Говоря о настройках шасси и ездовых свойствах нового Civic, нашей целью было добиться высокой жесткости кузова, чтобы задать необходимую основу для работы подвески. Это позволило нам повысить комфорт и обеспечить по-спортивному острую управляемость. Новый Civic — это не просто эволюция. Говоря о ездовых качествах, мы перешли на новый уровень, равносильный двум поколениям развития. С новым Civic мы провели больше тестового времени в Европе, чем с какой-либо другой моделью Honda. В сотрудничестве с нашими коллегами из Японии мы постарались обеспечить непревзойденное качество езды, совмещающее как высокоскоростной режим, так и движение по дорогам плохого качества. Мы по-прежнему используем торсионную балку задней подвески, отличающуюся малыми размерами и позволяющую увеличить полезное пространство салона. Вместе с тем мы увеличили жесткость балки, чтобы повысить точность управления. Также мы разработали уникальные гидравлические сайлент-блоки, позволяющие достичь оптимального баланса между комфортом и спортивной управляемостью. Во время каждого визита в Европу в ходе разработки модели мы добивались новых улучшений ездовых качеств и управляемости, настраивая автомобиль с учетом местных требований. Мы хотим, чтобы водитель испытывал восторг, находясь за рулем нового Civic. Для меня будет честью представить этот автомобиль во Франкфурте, где мы встретимся со всеми нашими основными конкурентами. Мы достигли наших целей, но мы никогда не перестанем развиваться и добиваться новых высот.